Привет, девчонки и мальчишки. У меня очень мало у меня на телефоне места, но я все равно засниму вам видео. Вот сейчас я нахожусь возле 11-го офиса. Офиса, который оказывает услуги. Ну, наверное, это называется риэлторским. И я здесь для того, чтобы найти себе квартиру. Потому что, как я вам сказала уже в прошлом видео, я задолбалась искать эту квартиру. Офис находится на 11 этаже. Здание по улице Северная, 324 литр К. Была я у специалиста Елены. Ей со мной пришлось очень нелегко, потому что я очень недоверчивый клиент. А почему так? Потому что я смотрела много фильмов, ну, много-немного, короче, видео о том, как люди попадают на лохотроны, как они платят деньги и в итоге не получают услугу. Поэтому вот такие мысли были у меня. Ну, поэтому не находилась квартира. Потому что изначально я была настроена не положительно. Я была в переживании о том, сниму ли я квартиру или я просто заплачу деньги. Вот. Сейчас у меня было очень много переживаний. Не знаю, смогу ли я рассказать их прямо сейчас, потому что я пока еще волнуюсь. Хотя, может быть, самое время рассказать о них, пока я нахожусь здесь. А переживания о том были у мои, что заключу я договор, отдам деньги, а квартиры мне будут показывать те, которые мне будут не подходить. А, как я уже говорила тебе, я хочу квартиру хорошую, с хорошим ремонтом. За хорошие деньги, недорогие деньги, да. Чтобы там все было, хорошая мебель новая, чтобы, ну, естественно, стиральная машина, холодильник, все это как бы понятно, ванная обязательно, а не душ. А вот, что еще рассказать-то. Короче, я переживала за то, что за 5000, сколько стоит услуга вот это, что они мне будут присылать. Агентство будет присылать мне варианты квартиры, подбор квартиры договаривается с собственниками, и что я уже буду ехать на, так сказать, готовый вариант. Ну, некоторые ездят много раз, там смотрят, а мне хотелось бы, конечно, подобрать по интернету, по вот их вариантам, а потом уже ехать и уже сразу заключать договор. Кататься по всему городу у меня нет желания. Вот. Ну, пока вспомнила, что рассказала. Будут еще видео на эту тему. Пока.